Итак, перед вами картина великого мембера ДТМ, великого лидера Нолита. Смотрите на эти честные глаза. Разве такой человек может быть вором? Вот давайте, скажите, что он кидало. Скажите, что он похититель казны. Давайте, вы сказали, да? А теперь вы сядете в тюрьму, блядь, потому что это самый святой человек. Это самый честный, правдивый Грейл. Мы не будем в этом видео затрагивать о том, что он продает казну, там, продает, блядь, все живое. Не будем вспоминать мой видос, кстати, который они задизлайкали, суки, кто так делает вообще. Слава богу, вы меня тогда спасли. Лайки это святое, мы за лайки как бы ютуберы готовы мать продать. Иногда даже отца. Предложение в личку. Короче, суть. Мы не будем говорить о том, что он в прошлом пытался кинуть того же свеча. Допустим, когда свеч выкинул с фракции, он сказал, отдай мне 120 тысяч рублей на трансфер. При этом, ведя переговоры там с IDDQD о вступлении, чтобы пиздить хича. Нет, мы про это говорить не будем, закроем это. Мы не будем говорить о слитой переписке, где он выводил голду, тоже нет. Сегодня мы поговорим о Амунчике. Амун — это лучник, донатер, один из, наверное, самых прикольных челиков этой игры. Он одевает многих людей, меня заодно, наверное, будет. Но суть в чем. Мало кто смотрел стрим, всего лишь 164 просмотра. Это очень плохо. Я бы хотел привлечь внимание к этому видео. Я его оставлю в комментах обязательно. Вы должны посмотреть первые минут 20 стрима. Там рассказывается вся ситуация с ДТМ, как это все случилось и т.д. Ну, в сути, я вас посвящу. В общем, Нолит брал аккаунт его, сестры Амунчика бегать на нем, и внезапно забанил его. Не знаю, как он его забанил, там, продавал с него казну или с читами бегал, неважно. Но суть. Он пообещал вернуть за это вещи, и в итоге прошло уже 2 года, и ничего не было возвращено. Были только... Позже отдам, сейчас проблемы, сейчас у нас ничего не падает с боссов. Хотя хочу напомнить, что Нолит находится на фейфарме уже, наверное, месяцев 6-7. Чисто на Неве и фейфарме. Там у него были противники в виде IDDQD, они улетели. Улетели давно. И до сих пор он не может нафармить. Суть в чем, за бан этого персонажа, а на то время это был охуенный персонаж, он должен его отдать... Лук Т7 третьей эпохи, лук дракона и глайдер дракона. За это время он ничего не отдал. Также, как бы, он на стриме показывает все скриншоты. Мне, в принципе, ко мне никак эта ситуация не относится, мне просто обидно. Потому что Амунчик очень много сделал для ДТМ. Он, реально одевал мемберов. Он того же Заскива одел, который кидала. И выходит так, что вот такого человека просто взяли и кинули. Мне немножечко обидно, причем... Возможно, который глайдер он должен был получить, сейчас находится на мне. Я помню, у ДТМ покупал глайдеры, а они, напомню, никогда не продают глайдера, потому что надо бустить клан. В итоге я покупаю у Simply глайдер. Да, но это уже не важно. Суть в чем, просто хотелось бы привлечь ваше внимание, чтобы Нолит, возможно, после этого вернул деньги уважаемому Амунчику. В общем, царствие вам небесное, всем спасибо за внимание, всем пока. Нолит, пожалуйста, не надо дизлайкать мой видос, прошу тебя, мне обидно очень. У нас ведь была такая любовь. Я не буду открывать нашу переписку, но я помню, как ты называл меня своим братиком. Я помню. И ты подписан на мою группу, которую забанили. Блять. Ладно, все, всем спасибо, всем пока, посмотрите этот видос. Это достаточно очень интересная вещь. Также подпишитесь на него, он нормально так стримит. Это лучник 11200, такая небольшая реклама. Всем спасибо, всем пока.